Возможности для трудоустройства и обучения сегодня представили 20 предприятий, 10 учебных заведений, и это только в Центральном районе. Накануне такая же ярмарка вакансий прошла в Лазаревском. С начала года в Сочи трудоустроены 4,5 тысячи человек. Это 68% от общего числа обратившихся. Сегодня работодатели заявили более 200 вакансий. Нужны бухгалтеры, юристы, инженеры, повара и водители. Традиционно курорту требуются официанты, администраторы и культорганизаторы. Для тех, чья специальность не востребована, предусмотрены бесплатные программы переобучения. У нас сегодня организованы консультационные площадки с целью информирования наших граждан по вопросу бесплатного обучения, профобучения для женщин, находящихся в декрете, для граждан предпенсионного возраста. Также все желающие могут получить консультацию по трудовому законодательству и в рамках трудовых отношений. В рамках этих программ уже приступили к переобучению 19 молодых мам и 14 пенсионеров, желающих вновь выйти на работу. Узнать подробнее о возможностях трудоустройства можно будет 24 сентября. Во вторник ярмарка вакансий «Планета ресурсов» пройдет в Адлере с 13 до 15 часов в районном Доме культуры.